Каждый год в начале осени в школах проходят спортивные мероприятия под говорящим названием «Школа. Территория здоровья». В средней школе номер 20 спортивные баталии будут проходить на протяжении месяца. Принять участие в них смогут все ученики. В мероприятии, посвященном Общешкольному дню здоровья, в эти выходные по-спортивному активничали школьники 4-х, 10-х и 11-х классов, а также педагоги и родители. Наша школа уже второй год в проекте «Школа. Территория здоровья». Поэтому такие мероприятия – это один из пунктов нашего плана, который мы проводим в школе и реализуем в этом учебном году. Если вы придете в любой день к нам в школу, и в 6-й, и в 7-й день недели, вы увидите, что на спортивной площадке всегда дети. В прошлом году у нас была реконструкция футбольного поля. Белорусская федерация футбола нам сделала подарок. Новая спортивная площадка, обновленная спортивная площадка. И, конечно, ребята рады, счастливы, что у них есть такая возможность поиграть. Кстати, хочу отметить, что не только учащиеся школы, но и даже с района приходят на такую красивую площадку. Ну, мы стараемся беречь, чтобы нашим ребятам ее хватило на много-много лет. Да, действительно, играть на обновленной спортивной площадке – одно удовольствие. Об этом говорят и учащиеся старших классов, которые решили попытать удачу в играх с сильным противником. Волейбольные и футбольные площадки стали местом противостояния старшеклассников и родителей, в то время как младшие пытались выяснить, кто быстрее и сильнее на площадках спартакиады. Свои эмоции четвероклассники не скрывают, рады возможности весело провести время. Да, довольно. Мне очень нравится то, что мы будем играть в эстафеты долго. Да, я очень доволен, я рад, то, что мы собрались с классом, то, что мы смогли так, можно сказать, отметить осень, и то, что она так хорошо у нас прошла. День здоровья – традиционное мероприятие для средней школы номер 20. Показать, что здоровый образ жизни – это весело – одна из задач администрации учреждения образования. Но главное – это время, которое с пользой провели родители, учащиеся и педагоги вместе. Ирина Кузьмич, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БукТВ.